музыка, родители и все, кто не остался равнодушным к этому очень важному, немножко грустному и торжественному дню. Сегодня, 25 мая 2016 года, в нашей школе прозвенит еще один последний звонок. Незабываемый, волнующий момент в жизни каждого человека – окончание школы. Завершилось милое, беззаботное детство. Впереди взрослая, самостоятельная жизнь с ее волнениями, тревогами и радостями. И сегодня здесь прозвенит последний в их школьной жизни звонок. Итак, торжественный момент. Встречайте, наш 11 класс. Давайте поприветствуем их. Сергей Скольников, Алексей Родионов, Владислав Лин, Сергей Сахронов, Даниил Подолов, Антон Баранов, Иван Владимский, Александр Коршунов, Владислав Солопритинов, Илья Ларионов, Евгений Литайкин, Сетра Кварджанян, Кирилл Евстигнеев, Антон Полупатин, Данил Баскатов, Никита Кисленко, наши девочки Алена Кончарова, Наталья Киселева, Алена Кашина, Ирина Казалис, Варвара Нянькина, Александра Баранова, Анна Коваль, Дарья Пащеева, Дарья Сергеева, Александра Тюрина, Виктория Парамонова и, конечно, классный руководитель 11 класса Клавдия Викторовна Кирсова. Школа, внимание! Торжественная линейка «Последний звонок 2016» объявляется открытой. Слава Отечеству!
заряжает оптимизм, заставляя поверить в собственные силы. Смелый организатор, компетентный руководитель школы для этого человека стал не только вторым звоном, а призванием жизнью и судьбой. Именно такой, творческой, энергичной, целеустремленной является директор нашей любимой школы. Слово для зачтения приказа о допуске учащихся выпускного 11 класса государственной итоговой аттестации за курс полной средней школы предоставляется директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы номер 4 городского округа Красноармейск Марине Александровне Калинкиной. Я скажу, что все 32 выпускника 11 класса допущены к итоговой аттестации. Я желаю вам, ребята, ни пуха ни пера. Я желаю, чтобы ровно через месяц в этом зале был звездопад. Ведь мы ожидаем 6 медалей. Удачи вам, ребята. Лариса Константиновна.
Диновна Лазарева. Дорогие родители, любимые, дорогие учителя, ну и, конечно, герои сегодняшнего дня, выпускники. Первые слова – это слова поздравления. Праздник настоящий, светлый, самый школьный. Поздравляю от всей души, поздравляю от всего отдела образования и от нашей администрации города. Вы сегодня лучшие, вы красавцы, красавицы. На вас приятно смотреть. Действительно достойный класс. Праздник последнего школьного звонка – это такая сумма знаний, умений, сумма опыта, опыта преодоления трудностей, решения проблем, опыта взаимодействия между собой, общения правильного со взрослыми. Но в этом примере школьном не хватает одного важного слагаемого, наверное, последнего – это успешно сданные итоговые государственные аттестации. Мы очень волнуемся. И, конечно, сегодня вы будете праздновать, а буквально 27 числа мы стартует ЕГЭ. И вот поверьте, каждый житель города переживает за наших выпускников. И, конечно, мы желаем вам достойно пройти испытания, показать все свои знания, пройти честно этот экзамен и не подвести родную школу и любимых учителей. И как сказала Марина Александровна, ну мы бы хотели присутствовать при звездопаде ровно через месяц, поэтому тоже разрешите, как ваш замечательный директор, пожелать вам ни пуха, ни пера. Добрый день всем. Я присоединяюсь ко всем сказанным словам. И, конечно, хочется вот этим молодым людям пожелать прежде всего в своей жизни на любом пути иметь цель. Вот будет цель, будет движение. Без цели мы не живем. Каждый из вас эту цель должен себе поставить, обязательно решить, обязательно добиться своего в этой жизни. Поэтому удачи и хороших отметок. С праздником! Учеба со всеми ее радостями познания и трудностями. Впереди ЕГЭ. Можно по-разному относиться к этому единому государственному экзамену. Любить, не любить, но есть огромное преимущество. Он дает вам право получить аттестат и дает зеленый свет на пути в желанный институт. И мы очень хотим, чтобы вы получили самые высокие баллы. Ну, а получите вы их или нет, это все зависит от вас. И здесь прямо пропорциональная зависимость. Как вы учились, как вы слушали на уроках учителей, делали ли вы домашние задания без помощи интернета, пропускали ли уроки. Если вы делали все правильно, то каждый урок учителя подставит вам свое плечо в трудный момент на экзамене. А мудрость родителей, последние профессиональные советы учителей, ваша ответственность, добросовестность даст хорошие результаты. Такого должно быть обязательно, такое должно быть обязательно.
потому что, глядя на этот класс, можно понять, как они готовы к сдаче экзаменов, как они поют гимн, как они сегодня одеты, они в полной боевой готовности к сдаче единого государственного экзамена. И мы желаем вам удачи, успехов, конечно, везения. Ну, как все говорят, ни пуха, ни пера. По традиции, в этот день звучат стихи, песни, слова благодарности. И теперь слово вам, ребята. Последний детство минут, последний прощальный урок. Печально всегда почему-то, и ждем мы последний звонок. И в школьном дворе на прощание, вздохнув, мы рукой махнем. Все лучшие воспоминания во взрослую жизнь заберем. Как грустно, как жаль, что не будем детьми мы уже никогда. Но школу свою не забудем, души и сердца ты всегда. Эти слова благодарности вам, учителя. Вы на каждом уроке нас жизни учили, нас ругали порой и хвалили в подчас. Ах, какими же вы все-таки глупыми были, и как многое поняли только сейчас. Знаем, с нами не просто вам было порой, и теперь мы взрослые стали почти. В эту взрослую жизнь мы несем с собой тепло и любовь нашей светлой души. Thank you.
Первоклассников. Увидев такую картину, мы сразу вспоминаем свой первый день в школе. С огромным волнением первоклассники ждут встречи со своими первыми учителями. На празднике последнего звонка слова признания и славы мы говорим учителям, особо первым классным мамам. Спасибо вам за первые уроки, за мир в окне по-новому открытый, за наши школьные истоки, за череду больших открытий. Спасибо вам, учителя, вам, нашим первым и родным,
Вы отдавали нам себя в начале школьного пути. Читать, писать нас научили, вложили в душу доброту, таланты каждого раскрыли, открыли мира красоту. Сегодня у нас праздник. И
от всей души хочется пожелать вам, чтобы все мечты, которые вы загадали, они обязательно исполнились. Чтобы вы сдали эту страшную его, чтобы у вас сложилось все, как ранее уже говорили, и любовь, и семейное счастье. И самое главное, чтобы вы всегда оставались хорошими людьми. И не забывайте, пожалуйста, что двери нашей школы для вас всегда открыты. Мы вас любим и ждем. А вам, дорогие родители, я хочу пожелать здоровья, здоровья и еще раз здоровья, чтобы вы в любой момент могли поддержать своих любящих чад. Спасибо всем большое. Мои дети, милые, родные, вот вы уходите из школы, и я не знаю, чем будет заполнена пустота, которая образовалась сегодня в наших сердцах. Поверьте, заполнить будет невозможно. Что хочется вспомнить сегодня и вам, и мне? Наверное, тот самый первый день, 1 сентября, в первом классе, когда мы с вами остались в классе один на один и пристально изучали друг друга. Чего мне от вас ждать? А вам чего ждать от меня? И слава Богу, наша с вами жизнь сложилась очень удачно. Мы можем, конечно, вспомнить все ваши шалости за эти годы, которые вы делали, совершали. Но хочется вспомнить наши самые светлые моменты. Помните наши уроки окружающего мира. Помните наши проектные работы, групповые работы, когда еще о ВОЗах и речи не шло. Помните наши поездки, помните наши праздники. Как же нам хорошо было вместе. И поверьте, мне очень трудно сейчас говорить, поэтому я знала, что не смогу этого сделать и сказать всего, что хочется. Поэтому я вам приготовила папочку, в которой каждому из вас написала пожелания, которые мне хотелось бы сказать, вот так же, как тогда, 1 сентября, когда мы с вами просили родителей остаться за дверями и остались один на один. К сожалению, больше таких моментов, когда мы с вами останемся вот так в интимной обстановке, больше не повторится. Поэтому дома, один на один, с собой и со мной, вы прочтете каждый, что я вам написала. Пожелания на вашу дальнейшую жизнь. Родителям хочу тоже сказать, спасибо вам большое, уважаемые родители. Вы всегда поддерживали нас, вы всегда были рядом, я всегда чувствовала вашу поддержку. Спасибо вам за ваших детей, мне с ними было очень уютно, мне с ними было легко, мне с ними было здорово. Честь. Вам теперь хвала и честь.
продавцы, парашютисты, народные артисты, скрипачи, строители, а еще родители. Ну и традиционное вручение подарков.
Небо загрустив наклонилось, и за тучи солнце дошло. Вроде ничего не случилось, просто наше детство ушло. Просто отшумели уроки, и звенит последний звонок. Это нашей жизни начало и прощание первый урок. Правда, последний школьный звонок 2016 предоставляется ученику 11 класса Полуфагину Антону и ученице 1 Б класса Ефремовой Варвале. Мама, твоя любовь, как
одиннадцатиклассникам. Право передать ключ знаний предоставляется выпускникам Александре Барановой и Александру Коршунову. Право принять ключ предоставляется ученикам 10 класса Лопатиной Елизавете и Красавиной Алине. Сегодня мы прощаемся со школой, и поэтому с этого момента главными в школе номер 4 становится 10 класс. Дорогие десятиклассники, в школе остаетесь вы, ее настоящее и будущее. Поэтому все школьные традиции мы передаем вам. 10 класс, к передаче школьного пространства свои руки готовы? Готовы. От нас примите этот ключ и бережно храните. Когда минует ровно год, другим передадите. Мы ключ от школы будем бережно хранить. И все традиции мы соблюдать готовы. Но вас всегда в гостях у школы. Мы будем рады видеть снова. Еще несколько минут назад вы были учениками 11 класса. А теперь вы уже выпускники. В этот торжественный день мы хотим пожелать вам успехов во всем, ведь перед вами открыты все дороги. Мы вручаем вам ленты с почетным званием «Выпускник 2016». Пожалуйста, 10 класс, проходите. Это наши десятиклассники. Печали. Здесь товарищи верных нашли и друг другу во всем помогали. Вот прощаемся с детством сейчас, и потом, если только взгрустнется, забежим в нашу школу на час, и учитель на вновь улыбнется. Перед нами открыты пути и дорога, что жизнью зовется. Пусть, друзья, нам во всем повезет. Счастье каждому. Он смотрит добрыми глазами и сияет взглядом чистоты, наполняя небо голосами, украшает красками звезды. С самого начала объяснила нам, что душа дороже серебра. Oh.
А причем я что-то?